Так, Боже милость, сегодня грешен. Создал мне Господи, помилуй меня. Бесчеславие согрешил, Господи, прости меня грешного. Помилуй, благослови. Был батюшка с документами. Тут власти делали так, что дальше Ося построил, уже чужое надо сломать. То есть такую дурнину, это да, я не знаю даже это. Ни в какой банде это не делают, как это. Новый план составили, и дальше стоит восстанавливать, потеряют, пока их восстанавливают. Они сфотографировали сколько, и ни одного шага никуда, строиться нельзя. То есть заблокировали, ни огороды, ничего нельзя делать. Мы сейчас посмотрели, какие приняты раньше решения, они никому не сказали, устранили. Ну, разбойники так делают. Я не знаю, кто там был. Будем сейчас составлять документы, обращаться во все органы, молиться, но мы идем вместе. Так, садимся за стол. Нам сразу срочно уходить. Чем сейчас занято будешь? После обеда. Тесто замесила уже. А? Тесто замесила. Хлеб буду делать. Хлеб, так у нас еще хватает. Не хватает. Я не знаю, ты такого пищи будешь. Нам работник нужен сейчас там штукатурить в лагере. Замесила тесто, ничего не могу сказать. Так, давайте за стол. Быстро все давать надо, чтобы мы не стояли на одном месте. Недавно пекут, еще каждый день что ли пекут. Почему каждый день? Два дня прошло и уже нет. Больше. Ну ладно, больше. Больше. Так можно больше сделать маленько. Людей-то нет. А если будет у нас 20? Ну я бы не знал, что каждый день будете русскую печь гнать. У нас такая семья была, не было этого. Под пол закрытый, а не это. Ну двери-то открываются, закрываются. Залетают. Залетают все равно они. Ну, не знаю. На одежде залетают. Давайте. Что? Хоть как. Просто там есть. После обеда попробуем там что-то делать. Иначе мы сейчас стакан кружку. Время у нас уже 2 часа. Сейчас. Ну посмотрите, откуда фонарик заходит? От двери отгоняет или как-то. Как на улице. Смотрите, найти, откуда проникают они так. Подожди. Там что-то стоит или нет? Да, там сетка. Сеточка. Так, садись за стол. Быстрее, подавайте еще есть. Еще есть зарезать. Налей это, компот. Компоту налей. Как-то все в замедленном темпе. Вот это, и обед подает все медленно. У нас всего ничего. Отнеси, сразу отнеси. Нет, просто. Не сразу отнеси, говорю, компот. Слышишь? Нет. Ну а что тогда сразу делаешь по-своему?